В Москве, в колонном зале Дома Союзов, проходил открытый судебный процесс над американским летчиком-шпионом Фрэнсисом Гарри Пауэрсом. Судила Пауэрса военные коллегии Верховного суда СССР, председательствующий генерал-лейтенант юстиции Борис Оглевский. Государственное обвинение поддерживал генеральный прокурор СССР Руденко. Защитник, член Московской коллегии адвокатов Гринёв. В зале суда присутствовали многочисленные представители трудящихся Москвы, члены дипломатического корпуса, зарубежные общественные деятели, видные юристы из различных стран, свыше 250 советских и иностранных корреспондентов. В зале находились мать, отец и жена обвиняемого. Фрэнсис Пауэрс полностью признал себя виновным. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Все прогрессивное человечество осуждает действия американских правящих кругов, объявивших шпионаж своей государственной политикой.